функционала «Советы по использованию домашнего отпаривателя для одежды». Для чего нужен домашний отпариватель? Главной задачей такого прибора является быстрая глажка вещей и тканей без использования раскаленной подошвы утюга. В особенности это важно для глажения деликатных тканей или трудноразглаживаемых и окрашенных вещей, вроде штор или обивки мебели. Также отпариватель отлично подходит для очистки от пыли и бактерий, а также для чистки мягких игрушек. Особенности и преимущества использования 1. Тонкие ткани вроде постельного белья гораздо эффективнее разглаживаются, если перед этим сложить их равномерной стопкой и пропустить пар. 2. Для того, чтобы разгладить шторы, необходимо дополнительно оттянуть их вниз в течение минут 30 и обрабатывать их паром, останавливаясь на особых складках и заломах. 3. Такие деликатные ткани, как шелк, велюр, гипюр, органза, необходимо гладить в щадящем режиме с применением специальных насадок. Утюжок при этом держит на небольшом расстоянии, чтобы не оставлять разводы и пятна от переизбытка влаги. 4. Изделия из хлопка вроде рубашек или футболки гладятся с помощью пара дольше всего остального. Для полноценного разглаживания, рукава, манжеты, то нужно подкладывать доску для отпаривания или специально развешивать. 5. Для обработки джинсовой ткани обычно уходит не менее 15 минут, ручку отпаривателя при этом ручку нужно держать максимально плотно. К ткани, лучшим даже будет активировать устройство на полную мощность и использовать комплектную доску. Совет. Не стоит после обработки паром убирать вещи сразу в шкаф, так как на ткани может остаться влага от излишнего пара и вещи немного нужно просохнуть. 6. Для отпаривания брюк, в частности со стрелками, лучше подвешивать вверх ногами на стойке и зафиксировать зажимами. Если есть дополнительная насадка на утюжек с зажимом, то лучше воспользоваться ей. Дополнительные функции мощным отпаривателем можно не только гладить вещи, но и еще проводить уборку в доме. Паром легко можно очистить плитку на кухне или в ванной комнате. Этот пройдет быстрее, если на ручку отпаривателя надеть полотенце или приобрести дополнительные насадки с махровой щеткой. Дезинфекция от пыли и бактерий мягких игрушек, подушек и обработка обивки мебели. Можно чистить салон автомобиля без использования чистящих средств. Можно удалить жирные и застывшие пятна на одежде или кухонных поверхностях. Безопасность. Для правильного воспользоваться вертикальным отпаривателем необходимо соблюдать правила безопасности. При работе с устройством очень важно, используя инструкцию, которая идет в комплекте, необходимо правильно собрать устройство, ни в коем случае не направляйте горячий пар на тело или в сторону других людей и животных, не следует производить ремонтные работы. Самостоятельно необходимо хранить отпариватель вдали от детей, не стоит погружать корпус отпаривателя в жидкости или чистить корпус щетками и чистящими средствами. Итак, можно заключить, что отпариватель это не только качественно легкая глажка паром, но и универсальный мультифункциональный прибор для дома. Основные преимущества отпаривателя – простота ухода за одеждой, быстрая и простая сборка, благодаря высокой плотности пара и дополнительной насадки, щеткой есть возможность ухода за мебелью, отличный выбор для людей с проблемами здоровья, астматиков и людей с низким иммунитетом. Пар под давлением уничтожает микробы, чистит от пыли и шерсти, дезинфицирует от бактерий и аллергенных клещей, пар благотворно сказывается на качестве ткани, сохраняет ее первоначальные свойства, бережно относится к тончайшим волокнам и не повреждает высокой температурой. Точка.